для скорейшего получения финансовых средств главными бюджетными распорядителями по просьбе губернатора Сергея Морозова депутаты законодательного собрания Ульяновской области 5-го созыва встретились для внеочередного заседания. Провел его первый заместитель председателя регионального парламента Валерий Малышев. А главным вопросом повестки дня стало утверждение распределения дополнительных доходов. 1 700 000 000. Но это увеличение налогооблагаемой базы в основном. Плюс около 800 000 000 нам поступило с федерального центра. Значит, они пойдут, федеральные деньги пойдут на переселение граждан с ветхого жилья, на дорожное строительство и на выполнение мероприятий, связанных вот с грузовой восьмеркой. Наши же средства в основном все пойдут на заработную плату, на выравнивание бюджетов муниципальных предприятий. Подробности распределения дополнительных средств, а также структуру дополнительных доходов депутатам представила министр финансов региона Екатерина Буцкая. Кроме того, хотелось бы отметить, что за счет налоговых и неналоговых доходных источников у нас получена сумма 1 709 000 000 рублей. Данная сумма у нас складывается за счет получения дополнительных доходов по налогу на прибыль. Это в сумме 804 800 000 000 рублей. Налог на доходы физических лиц плюсом 60 000 000. Акцизы на алкогольную продукцию плюсом 383 800 000 рублей. Акцизы на пиво 390 и по упрощенной системе налогообложения плюсом 41 200 000 рублей. Также депутаты внесли изменения в программу управления государственной собственностью региона на 2016 год и утвердили разработанный профильным министерством список малокомплектных школ области. С 1 января в откорректированном списке будет насчитываться 26 начальных, 18 основных и 33 средних малокомплектных школ. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.